double kill! И тут меня разозлили, начали убивать. Думаю, сейчас пойду ломить кемперов, которые там бедрят.
Кстати, озвучка музыки здесь. Это не подставлено, это автоматически она играет в игре. И звуки тоже в игре автоматом. Никакого монтажа с музыкой здесь нету. Вот эти два товарища. Тигр и что там? Сосо. Весь бой здесь простояли. Боялись этого тигра и 85-ку. Это тигр, а там дальше 85-ка стоит. Данный домик. Ну, я потом с ними разберусь. Сейчас мы этих сначала говорить начнем. Ага, вот сам выезжает на меня, думаю, сейчас эти. Ай! Ай, не пробил. А я убил. М4, you next. А, спрятался. И тут я замечаю, сбоку 85-ка светит меня. А ну стоять, смотри сюда. Смотри, оп! Поймал. Молодец. Молодец. Так, едем мочить четвертого. Ну, блин, боюсь, тигр у меня спали. А он меня не видит даже, что он без простреливается здания. Ему пофиг. Он встал не в том месте. Я на него кину арту. Сейчас здание там разрушится. Ну, смотри, М4, походу, вылетел на самолете. Это мы ломаем гусеницы. И отползаем чуть-чуть назад, по-моему. А, здание рушится. Здравствуйте! А и то не пробили. Танк купил, а играть не купил. Бывает, да. Сейчас смотри. Птичка, лови. Поймал. Молодец. Сейчас М4 как грохну. Смотрите, красава. А он летает. Он летал. Он видел, что я на него захожу. Он где-то в воздухе летал, по-моему. Или он просто так стоял. Думаю, все. А, вот. Нет, это не он летает. Да? Нет, это не он летает. Он стоит за углом. Я его еще не видел. Ну сейчас только на миникарте он засветился. Здравствуйте. Кину арту сюда на Б. Наши там на Б воюют. Я не знаю, что там воюют. Здесь я вылетаю. А что из того? Я ж, по-моему, не на самолете. А, 85-ка. Я 85-ка не трогал. Там и другой кто-то грохнул. Сейчас я вылетать буду на самолете. Смотрю, не могу никого. Вылетаю на бобрике. Ломаем почему-то здание. Хотя в игре я его не сломал. Смотрю, за мной хвоста нет. Заходим. Вижу вот эти Яхпанзер. И 85-ка летит на точку. Я хотел 85-ку вообще-то бомбануть. Но я надымил, он, видно, критованный был. Он дыму кинул перед собой, стоит, ремонтируется. Ну тут я наплевал в разные стороны. Думаю, если даже поедет в атаку, я его любому бомбану. Бомбы свистят там. Надо срочно выбрасываться и убивать 85-ку, пока не заехала. Она успевает проскочить на точку. И тут я захожу в борт. Сизат. Ваншот. А яга взорвалась. От бомб. Кидаю на эту 85-ку в арту. Замечаю, что рядом 85-ки ползет тяж какой-то. КВ-шка 85-я. Кидаю дымы от 85-ки КВ-шки. Думаю, сейчас эту бахну. Я его сломали, блин, он встал на ремонт, а я не достаю. Сейчас его второй выстрел убил. 85-ка это, по-моему, убивает. Нет, вот там другой. М26, по-моему, бахнул, да? Тигр. Выезжаю на КВ и прицельный огонь. Не пробить я. Его начинают тут ломать передо мной. Отлично, спасибо. Рвемся к нижнему респу. Тут я смотрю, у них осталась 44-ка одна. Где-то катается, неизвестно. Но я думал, уже все, все повыходили. Оказывается, нет. Еще не все. Ищу 44-ку где-то. И тут, слышу, пулеметиком стреляет. Средство стрелять пулеметиком по нашему самолету. Думаю, там 44-ка стоит. Это, по-моему, 44-ка вылетела. Оп, вот он, стрелять пулеметом. А, вы еще будете ездить, да?
Ну, думаю, последнего бахну. Как говорится, одного пропускаешь, второго шлеп. Одного пропускаем, второго шлеп. Одного пропускаем, второго шлеп. А вот он замечательно на него выходит. Блин, он не подумал, что это разворот крутой. Он меня что-то не пробил. Искал меня в тумане где-то долго. Думаю, добьют его. Он пока будет наводиться, там ремонтироваться, я пантерку бах. Ну, и я захожу сходу. Без остановок. Надо уничтожить легкие средние танки. Есть! Замечаю 44-ка там вдалеке. Сушку уже бахнули. Остался один танк, 44. Кинул на него арту. Смотри, уже все выходили. Осталась 44-ка. Думаю, сейчас я его штурману. Но я тут кричал, атакуйте точку А, атакуйте точку Б, но там не было никого. 44-ка где-то вот здесь каталась. По над точкой Б. Ну не на точке прям. Вот так вот, ребята, играть. Если я не кемперю, не кемперит никто. Если ты меня убил, я вылечу бомбить. Удалить. Если я не могу кемперить, то не кемперит уже никто.